Я душевно приветствую, дорогие мои друзья. С вами админ Admivan Games. Это обзор новой недели, бонусной недели в GTA Online. Итак, поехали. Как вы видите, Новый год в игре закончился. Снег убрали. Все убрали. Всю атрибутику новогоднюю. Начинаются обычные будние дни. Перед началом я прошу поддержать видео лайком, подписаться на канал, если любите GTA Online, и, конечно же, оставлять свои эпичнейшие комментарии. Спасибо. Так, тачка на стенде Hot Ring Saber. Машинка для кольцевых гонок. Ничего особенного. Не особо дорогая и не особо привлекательная. Но тем не менее. Вот ее карточка на сайте на втором. Вот такая. Всем удачи. Кстати, уже не первый раз она на стенде. Теперь по скидкам, ребятки. Неделя очень скудная. На Legendary скидок нет, на втором сайте скидок нет. Да и нигде скидок нет. Ни на бизнеса, ни на недвижимость, ни на что. То есть вообще, по сути, голяк. Теперь крутанем колесо. Посмотрим, что нам выпадет. Обычно я говорю, лишь бы тачка. Сейчас я буду говорить, лишь бы не тачка. Лишь бы что-то другое выпало. Нет, тачки не будет, слава богу. Ну, РП на таком уровне не то, чтобы сильно надо было, но тем не менее. Так или иначе, оно нам выпало. Итак, ребятки, давайте теперь по режимам глянем, что у нас имеется. Здесь я вижу информацию только о противоборстве платформер, но на ПК его почему-то нет. Может быть, на Next Gen консолях оно есть. Потому что эта неделя, по сути, для Next Gen консолей. Позже вы узнаете почему. Итак, на этом выставочном стенде две машинки у нас. Как раз... из новеньких и из стареньких. Вот такие машины. На многие транспорт на этих стендах и у того же Симона действует скидка 30%. Подъезжайте, смотрите. Итак, Симончик. У Симона вот такие транспортные средства. Тоже на многие 30% скидка. Это Беллер как раз. Это вот эти машинки. Многие у нас машины новые. Вот бронированная тоже. Есть вот Династия. Да-да-да-да-да, ребята. Байк есть такой замечательный. Ну и вот еще одна машинка. LBB. LBB, точнее. Так что, кто желает, подъезжайте, смотрите. В автоклубе LS тоже стоит машина не самая, скажем, классная, на мой взгляд. Давайте посмотрим, что для этого нужно. Войдите в число трех лучших в гонке серии автоклуба ЛС 3 дня подряд. Ну, реально сделать, но стоит ли ради этой машины стараться, я не знаю. Решать, конечно, вам. Так, здесь у нас тоже есть акционный транспорт. GT500 у нас здесь. 770 и вот такой. Такая вот бэха. Подъезжайте, смотрите, можно купить прямо здесь. Не все транспортные средства на сайтах представлены у нас. Итак, ребятки, теперь по акциям пройдемся, потому что не видно. Для Next Gen консоли, это PS5, Xbox Series, S и X, будет доступен квест фотографии дикой природы. По типу того, что были за Франклина в сюжетной линии. За один снимок... любого животного откроется возможность купить новый транспорт. Это Declis Park Ranger. Мы его попробуем сделать. Я этот квест попробую снять и показать вам. За 10 снимков животных откроется оптовая цена для этого транспортного средства. Также будет доступен некий костюм за данный квест. То есть попробуем 10 животных сфоткать. Я думаю, это должно получиться у нас. Потом, ребятки, у нас 3 новые тачки в утилизационном цеху для автоугона. Но новых среди них нету. Там Элли, Каска и Дейти. 3 машины. Посмотрим, будут ли новые задания или все будет повторяться. Итак, X2 опыта, X2 RP у нас за гонки Хао Special Work. То есть это те гонки, которые от Хао, это опять же Next Gen консолей. Также у нас есть испытание на время. И испытание на время Junk Energy, тоже X2 опыта, X2 денег. Ну и про платформер я уже говорил, ребятки.
а также скидки 40% в оружейном фургоне на ассортимент. Опять же, непонятно, на весь или только на пусковую установку ЭМИ, автоматическую винтовку для тех, у кого есть GTA Plus, опять Next Gen консоли. Ну и все, по сути, для ПК и для пасген консолей у нас как бы особо ничего и не изменилось на этой неделе. Ну, кроме подиумных тачек и кое-каких скидок на них. Пойдем искать фургон. Так, ребятки, фургон на текущие сутки у меня находится вот здесь вот. Возле каналов. Давайте посмотрим, что там есть. You're gonna wanna see what I picked up this morning. Лом. Ага. Вот как раз Эми. Но тут я не вижу, что были скидки. Просто их не видно, наверное, потому что у меня куплено все. Да. Видите, что-то закрыто, что-то не закрыто. То есть вот так. Вот такие у нас тут есть. А, вот тут видно, скидка 10%. Но у меня вот это все куплено. Ну, метательная, как всегда, ничего интересного. Ну и броники можно докупить, если что. Ну что ж, ребят, неделя скудная довольно-таки. Новый транспорт нам не добавили. Единственное, может быть, новое задание там в автоугоне. Это надо посмотреть, пока не могу сказать. И плюс для Next Gen есть вот квест с фотографированием животных. Видать, ради этого и добавили, по сути. Ну что ж, ребят, всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте поддержать видео лайком, подписаться, если еще этого не сделали. И оставить свой пишущий гейн со щит комментарий. А я с вами прощаюсь. Мы увидимся обязательно с вами в следующий раз. Не болейте, не скучайте. И всего вам наилучшего в новом году. Всем пока.